45 килограмм марихуаны изъяли полицейские у жителя Тараза. В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасара-2021» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в предписковой зоне Саргау в 4 километрах автодороги Шумерке задержан 41-летний житель города Тараз в момент заготовки наркотических средств. У него было изъято почти 45 килограммов наркотиков. Начато досудебное расследование по статье «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». За завершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. При производстве осмотра близлежащей территории обнаружено изъято 4 мешка с наркотическим средством марихуана высушенная, общим весом более 44 килограммов. Задержанный дал признательные показания, водворен ВВС города Шу. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 296, части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.